перехват, так скажем, тот, который делается со спины. Ну, тут все просто. Шашку крутим наружу, по задней плоскости. Ставим вдоль позвоночник и принимающей рукой поверх правой кисти. И шашку просто забираем. Естественно, на левой стороне она у нас будет крутиться во внутреннюю сторону. Итак, повторяем упражнение левой руки на правую. Делим, надеюсь. Вот, крутим шашку наружу. Ставим вдоль позвоночника и правой рукой подбираем поверх левой. И на сегодня последний перехват, тройной. Он делается по передней плоскости. Да. Ну, с элемента восьмерки, нижняя. Шашку ставим перед собой. Левой рукой поверх правой шашку берем. Ладошкой вверх, левая рука. Шашку берем, переворачиваем. Еще раз. Раз, взяли, перевернули. Раз. И переложили в правую руку. Еще раз. Сначала в левую руку переложили, перевернули, взяли правой рукой за рукоятку. Отпустили шашку вниз. И теперь левой рукой подбираем снизу правой руки. Два. И сейчас правой рукой от плеча подбираем шашку. Все очень просто. Еще раз. Раз. Перевернули. Взяли. Перевернули. Взяли. Перевернули. Взяли. Раз. Два. Три. И то же самое на левой руке. Раз. Два. Три. Еще раз. Раз. Перевернули. Взяли. Перевернули. Взяли. Перевернули. Взяли. Раз, два, три. Раз, два, три. Поэтому и называется тройной. И сейчас я хочу вам показать маленькую композицию из того, что мы выучили. Мы выучили восьмерку и перехват. Поехали. Передний. Раз, два. Передний обратный. Раз, два. Передний наружный. Раз, два. Передний внутренний. Раз, два. Передний тройной. Раз. Еще раз. Раз, два, три. И поехали на задний. Благодарю за внимание. Продолжайте заниматься.